Всем доброе утро! Всем доброе утро! Да, добро пожаловать на наш канал. Мы дома, скажи, да? Мы так стоим, мне тяжело. Пока подымешь эту булку сладкую, да? Пока эту булку сладкую подымешь. Эй, серьезней. Вот такое доброе утро у нас получилось, скажи, да? Я пришла, его положила поспать, он поспал совсем чуть-чуть. Но в последнее время со сном не очень хорошо, это расскажу чуть попозже. Сегодня нам, скажи, 11 месяцев, через один месяц нам целый год уже, да, Миша? Такой-то у меня уже большой мальчик, только родился уже целый год тебе. Маме прям жалко. Но это попозже расскажу. Про наш такой мини-бэби-апдейт будет. А сейчас что я хотела сказать? Сейчас я позанималась йогой. Ссылку на видео, где я занималась, я оставлю. Если забуду, то напомните мне. Эту программу, а именно вот это вот видео, да, этот видеоурок я выполняю много-много раз уже. Выполняла уже много-много раз, мне очень нравится. Потому что все тело прям вот реально просыпается, и прям вообще прям такая растянутая, хорошая. Да, и некогда было искать, я быстренько шик-шик включила, я обожаю заниматься вместе с ней. Да, зайка, Миська. Почему я прервалась? Я не успела шаваться, не полежать, потому что кое-кто покакал, да? Кое-кто покакал. И хотела рассказать еще про свое приобретение. Садись. На сайте Temu вот эту штуку я покупала, да, но ее можно не обязательно там купить, а где угодно, да, это такой ролл. В общем, что я с ней делаю? Я с ней делаю, как надо сделать, чтобы было видно. Так, вот, я катаю ноги свои. Катаю пяточки. Это такой массаж, такой кайф. Это просто вообще, на коврике, наверное, не надо это делать. Надо делать на полу. На полу, нет. На полу тоже нет. На полу я делаю, когда сижу, не в таком положении, а когда сидя. Я вам так прокатывает, как вот эти вот иголочки. Они прокатывают всю пяточку, и такой массаж получается приятный. Я прям так, ну, кайфую. Очень-очень приятно и очень полезно. Также можно вот так делать, да, прокатывать икры. Но икры я больше прокатываю на большом роле. На вот этом. Ну, конечно, это более болезненно, да. Это такой вообще разгоняет очень хорошо лимфу. Надо мне заняться опять каждый вечер. Мишка теперь идет на сон пораньше, тьфу-тьфу. И каждый вечер мама теперь может заниматься этим, всех детей отправлять спать и опять кататься на роли. Очень хорошо целлюлит убирается, отеки разгоняет, водичку полезной. И лежать на нем также на для поясницы полезно. А вот этим я, например, сижу, детей кормлю и это.
катаю. И катаю. Ну, как детей, Мишку кормлю, когда все время видео у меня такие маленькие видеоролики, да, где они там едят. И у меня под ногой такой вот, это я сижу на Яре, его катаю. И мне так нравится, прям вообще такой кайф получаю. Ну и, соответственно, и польза тоже. Так, а теперь мы идем завтракать, да? Этот мальчик уже идет к камере. А что за мальчик у меня такой красивый? Что за мальчик такой, а? Что за мальчик такой сладкий? Такой сладкий мальчик, такой там зубка в трусиках таких сладких. Миска. Я люблю, когда он в трусах. Да. Я тоже люблю в трусах, да, мама? Ну, если мама пошла завтрак готовить, и Миске кашу. И потом будешь кушать кашу вместе с Евой. Маме еще помыться надо. Да, да. Миша с ней целое утро. Гол. Миша, скажи гол. Мячик кидал, папа его научил мячик кидать и говорить гол. И он кидает мячик и говорит гол, гол. Да, гол. Нет, на камеру скажи, я не работаю. Ему тоже нравится спортом заниматься. Я быстренько сгоняла в душ. Пока мылась, Миша у него вот так вот занавеску, в общем, весь сырой сам, и вся ванная сырая, мы сейчас тут кушаем. По-быстрому, все по-быстрому. У меня были вафли с вечера еще сделаны, в общем, это две вафли, арахисовая паста сверху, сверху творог, бананчик, ягодок нет, кофе, последнее молоко, тут вафли для Мишки даю, ну, так просто. Потом уже съем. Витаминки закончились для кормящих у меня. Мишка йогурт кушает, водичку пьет. Уши чешет, да? Мишка, а мы его забрали, но она там играет. С детьми, в общем-то, детей много, я поэтому снимать не буду. А Мишку сниму, одела ему кроссовки. Но я уже не первый день ему одеваю, просто я не снимала. Но ему в кроссовках не особо нравится ползать, допустим. Поэтому я не знаю, если ему сейчас не понравится, то я ему одену тапочки, там у нас есть. На самом деле тепло, наверное, кофту ему снять жарко. Да, Мишка, смотри на маму, смотрит на деток там. Там дядя еще в мячик играет, интересный. Ей, бусяныш. И вот там у нас. Но две сережки я здесь принесла с собой. Вон там дядя играет в мячик. Смотрит, ему интересно, да? Все переодела ему тапочки. Не знаю, там ему мячик интересно, и детки там интересно. Вон там Ева. Ева с другими детьми играет маленькими. Да? Ишь, там мячик. Поэтому Еву я иногда не снимаю, потому что нельзя чужих людей, чужих детей снимать. Аккуратно, там дядя этот играет в футбол. Опасно. Пришли на водопой воды набрать и пойдем вверх. Обиделся, что забрала его там с площадки. Но там мужчина играл бы в футбол, и ему не очень нравилось ему, что мы там это играем. Потому что он то с мячом, ну, играл, тренировался, что он делал. Что, нет воды? Нажимай, нажимай. Вот, видите, вот так, кстати, здесь хорошая, вкусненькая, чистенькая. Еще для животных стоят тарелочки набирать все время, чтобы собачки пили, киски, не знаю, то птички. Вот, а мы потом пойдем вот туда наверх подниматься. Конечно, такое для меня. Я еще с рюкзаком Евином. С рюкзаком с Мишей. Там наши куртки, Ева налегке, но она устала, поэтому весь этот удар возьму на себя я. Я уже его раздела, такой серьезный катается. Мама, Ева все хочет его на песок пустить. Я говорю, пусть катается, хочет кататься. Мама, да. Пойдем на этот с Мишкой. Там занята Ева. У меня вид такой, волосы только успела помыть, себя привести порядок особо не успела. Ну пофиг вообще. Сняла очки, вроде солнца нет, но не знаю. В очках как-то комфортнее, думаю, ну ладно, без очков. В очках жарко мне, прям душно. Поют песенку. А я хотела про этот рассказать, наш мини-бэби-апдейт.
11 месяцев нам сегодня, весит он, я не знаю сколько, я здесь где-то подпишу, взвешу его и подпишу где-то здесь, сколько он весит. Я хотела взвесить, но не успела. Рост я тоже не знаю, но 75 сантиметров у него был рост, когда мы сейчас ходили к педиатру, да, когда ему было 10,5 месяцев, белочка там ползает по дереву, мы ходили к педиатру, и он весил тогда 10,400, по-моему, и 75 сантиметров рост. Размер одежды 80, но 80 там уже тык впритык, и уже побольше там, да, 86, что там дальше идет, я не знаю. В общем, 80 мы донашиваем, но новые вещи я ему пока еще не покупаю, да, потому что вещей хватает, в принципе, у нас. Потом, что там у нас по сну? По сну все плохо. Очень плохо спит он у меня. Днем спит вот по чуть-чуть, по часику. По 3 раза может поспать. Один раз даже 4 раза спал. Или может 2 раза и по часу, да. И спать мы уходим уже в 8 вечера. Вечером ложится на сон тоже, знаете. Так, шаляй-валяй. Скачет по мне как только может. Я не знаю, акробатические трюки всякие исполняет. Я там записывала видео как-то, но я не могу это видео вставить, потому что я там его кормила грудью, и при этом он что вытворял, он стоял на ногах и при этом грудь сосал, а я лежала. Представляете, вот так вот, короче, собака мордой вниз, вот такая поза была у него, вот в такой позе. Потом он ложится на меня, переворачивается так вот на спину, и при этом он сосет грудь. Я не знаю, каким образом это все получается. В общем, грудь моя сказала мне до свидания. Он ее растянул, растягивает уже как только может в разные стороны. Вот, и в общем со сном все очень плохо. Спит, как бы, если я с ним рядом, то он спит, но все равно он просыпается, каждый час стабильно просыпается. Нет такого, что прям спал и такое. По поводу питания тоже все плохо. Кушаем мы тоже очень плохо, мы прям на грудном скармливании. Может там, вот вчера 2 раза кашу ел. Утром поел кашу овсяную, всю съел, и потом в обед съел. Еве готовила манную кашу, думаю, дам ему тоже. И дала ему манную кашу, и он поел тоже манной кашу чуть-чуть. А так он ест, вот я что ем, он подползет ко мне, я ему дам что-то там, он чуть-чуть покусонничает, и все. А чтобы так сесть полноценно поесть, как раньше ему делала, там овощи с мясом я делаю и потом выкидываю, или сама съедаю, потому что он, знаете, 2 ложки и все. Так это... 2 ложки съел, и все. Поэтому не знаю, что это такое. Но у него, видно, зубы идут, сопли. Переход такой, переходный этот момент. Но я думаю, что все наладится. В принципе, он там, я яблоко ем, он ест у меня там чуть-чуть. Да. Все пробуем. Нет такого, что прям отказывается. Но нет такого полноценного приема, что сел и съел много. Ну, в общем, вроде, по-моему, ну, изумилок он ходит. Так, изумилок все так же и осталось. Все ходит. Уходит около мебели. А, ну, гулит, разговаривает, там всякие звуки старается повторять. Теперь там кря-кря, я ему говорю, собачка гав-гав, потом папа, мама. Ну, папа, он говорит, баба, гол, там мячик кидает. Ну, такое уже, как развивается. Пирамидку любит разбирать, собирать нет, но разбирать. Ну, что детям положено в этом возрасте, то он и делает. Так что вот, такой мини-апдейт. Скажи, мама. Мама. Папа? Папа? Почему папа-то? А мы тут ему говорили, скажи папа. Он говорит, мама. И хохочет. Да? Скажи мама. Папа. Скажи папа. Нет. Как уточка делает? Кря-кря. 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 Ну, сейчас не особо он дома. Но сейчас у него другие дела. Он тут наблюдает. Природой. Все, детский сад ушел, можно поснимать. Тут девочки его катали 2. Ну, тут был детский сад, приходили, играли. И они тут его у меня забрали и катали 2 девчушки. Говорит, можно? Я говорю, ну, можно, катайте. И вот они с ним тут развлекались. Он с ними тут хихи, ха-ха, довольный. Ева такая немножко приревновала. Ева нас качает, да? Да. Ты красотка. Ты сладунишка? Да. Я вот такая интересная, она везде все время зовет. Давай Мишку там покатаем. Давай Мишку там покатаем, да, Ев? Угу. Заботливая сестра. Ева у нас добрая девочка, да, Ева? Угу. Хорошая. Заботливая. Заботливая. И Мишку любит, да? Угу. И маму, и папу. И маму, и папу, да. И папа с мамой тебя очень...
И Карину, да, она про Карину тоже всегда говорит. Карина, кстати, приходила к нам позавчера, по-моему, да, в гости. Мама села и покачаться, Мишка на меня полез, Ева куда-то убегает. Если ты станешь, то я перевернется качелька. Вот за счет мамы, то, что мама тяжелая, она качается. Все в порядке. В общем, это была большая ошибка кататься на качелях. Меня так тошнит. Дети у меня, видите, вот на горку мы уже пришли. Ева предложила. И мне так тошнит теперь вообще. Все, больше я на качелях не катаюсь. Мой вестибулярный аппарат не выдерживает такого ужаса. Представляешь, что будет, если я на карусели прокачусь. Только не в Мишку. Почему дома? Почему я на голове? Почему я лежала, Мишку там спать укладывала? Но он быстро уснул. Спать хотел. Конечно, мы гуляли 2 часа. Я даже не заметила. Время пролетело вот так вот. Чик, все. И в магазин-то мы не сходили. У нас нет молока. Вот это вот прям беда-беда. Ни у меня молока нет, ни у Евы молока нет. Знаете, что я делаю? Как я вышла из положения, у меня там была баночка этого кокосового молока. И буду варить ей кашу на кокосовом молоке. А Ева говорит, мама, ты, говорит, у меня это... Ты, говорит, свое молочко, бутылочку, типа, сцеди. И на своем молоке, говорит, мне приготовь кашу. Такая вообще, ну, даже... Нет у нее такой, знаете, брезгливости. Она все время хочет грудь у меня пососать. Типа, молочко она хочет пососать, сисю. Ну, кашка вкусная получилась. Мне понравилась. У нас тут уже папа с работы пришел. Я спала с Мишкой 1:40. Не спала, я лежала с ним. Сначала бегала, я ей кашу сварила, потом побежала к нему, и все, и потом лежала все это время с ним, он меня не отпускал. Я тут готовлю себе обед. Ева отказалась есть кашу. Каша получилась очень-очень вкусная. Знаете, как пудинг такой. Мы с Мишкой вечером съедим. Она слишком как отдает этим кокосам, ей не нравится. Ну, не нравится, мама съест, она ест в итоге суп. И я тут делаю себе салат. Тут у меня петрушка, помидорчик, огурчик, яичко одно. И все, наверное. И все. И маслице потом сбрызну. Будет у меня еще рыба с томатом. И будет у меня еще пюрешка. Муж тут сладостей принес. Спасибо. Только увидел папу, побежал к папе. Ты папин сын, что ли? А? Смешной. Так, для мужа тут пельмешки, я ничего не успела приготовить. Такая хозяюшка. Что-то папа набрал нам. Для Евы он набрал. Говорит, это для меня что-то. Это какие-то эти. Это чипсы с шариками, наверное, кэзы. Сырные шарики. Такой яка. То он Евин и поел там вкусняшки, то он себе там такие любит. Ева, иди кушай супчик потом. Потом Еве бегемотики. О, этот папа, смотрю, набрал печеньки киндер. Ну, это все будут кушать. И я даже, может быть, это что? А, это Рафаэлла. Это для мамы, да? Ну, это для всех, не только для мамы. Печенюшки. Пита что-то там заворачивает туда что-нибудь. Она, кстати, вот это вот вкусная. Собственно, это мой обед. Пюреха. Ну, это маленькая тарелка, это небольшая. Но нормально здесь пюрешки, в принципе. Сколько? Много. Съем я целую банку рыбы. Объемся, но вот хочу. Прям хочется мне. Ну и салатик, да, как и говорила. Так, у меня сейчас будет кофе-пауза. Видите, как мало. Молока нет. Вот добавила этот кокосовое, которое такое густое. Ну, не знаю, там вроде ничего, нормально, вкусно. С Рафаэлкой. Мам, ты сидела, кофе пила, смотрела Галю. А он там был в комнате у меня. Шкафы там открывал, да? Все доставал. Проверял, все ли в порядке, да? Папа прическу уже навел, скажи мне, да? Если одну... Кто ты хочешь? Маму надо ему. Слезь на ручки ко мне. Маме на ручки хочешь? Так покушал он мне сейчас хорошо вместе со мной. Пюрешку ел, огурчик свежий. Сыр давала. Не помню, что еще давала. А, яйцо давала еще. Сидит, занимается. Я ему дала печеньки, да? Вот такие печеньки, да, прилипла на ручку.
Сначала все покидал на пол, теперь с пола поднимает сюда обратно. В роту помуслякал, в общем, сидит тут это. Моторику, скажи, развиваешь свою, да? Вкусно? У меня вечернее включение, столько у нас... О, у нас уже без 28. Я протеинчик пью, и мы еще были на улице. Гуляли на улице, не знаю, сколько там, часик, наверное, может, полтора. Ну, здесь во дворе мы гуляли. Там девчонки были с своими детьми, сидели, болтали. Мишка там у меня в песочнице с детками играла, смешной такой. Вот, на улице хорошо, прям тепло, 23 градуса, вечер. Прям осень такая, прям вообще хорошая-хорошая. Сейчас что, сейчас буду купать уже. Малышню свою купать, спать, ложить и мужа ждать. Все, день пролетел. Мишка спит у меня. Я вот там мультик разрешила уже посмотреть чуть-чуть. Он у меня стал ложиться спать. Вот в 8 вечера я уже его стараюсь ложить спать. Но сегодня припозднились. 8:20 положила. И он быстро уснул за 20 минут. Без 29 он уснул. Завтра выходной. Не даст он мне поспать, конечно. Но что делать? Что делать? У меня тут доставка пришла. Доставка еды. Спрашивали, типа, почему доставку не делаем? Если у нас доставка, есть у нас доставка? Просто я не делаю. Муж сделал мне доставку молока, короче. Молока нет. Дома нет молока. Это, в общем, Еве на кашу, мне на кофе. Я в магазин просто завтра поеду. Сегодня мне некогда было, я с детьми гуляла целый день. Опять эти мне заказал. Ну, эти напитки, короче, вкусные, протеиновые. Что тут? Классик. Шоко. Тоже шоко, что ли? Классик шоко. Ну, Ева тоже их пьет пополам, с ней пьем. Наверное, там только такие были вкусы. И себе взял он эти. Он Red Bull любит иногда попить. Вот такая доставочка еды была. Сделала сегодня маску из глины. Из зеленой. Французская зеленая глина, заказывала на iHerb, но если в России, то такие раньше покупала, знаете, в обычном магазине такая рассыпчатая. Вот такая глина, там порошочек такой, водичка разводится и все. Но ее нужно все время как, я под низ нанесла сыворотку простую, какая-то у меня есть была, да, и когда она начинает подсыхать, то я начинаю сбрызгивать. Можно просто водичкой, а у меня есть вот такой вот коллаген. Тоже заказывала на iHerb, типа как пробник, евро что ли стоил, по-моему, или 2 с чем-то, в общем, копеечки стоил. И когда начинает подсыхать, то я им сбрызгиваю, увлажняю, потому что когда глиняные маски делаете, нельзя давать им высыхать, потому что они стягивают кожу, и это не очень хорошо для нашей кожи. Ну и когда эту маску наносите, то болтать тоже уже не рекомендуется болтать. Всем доброе утро. У нас уже следующий день, суббота. Мы уже встали, один раз поспали, позавтракали, да. Я там немножко дела кое-какие поделала. И поедем сейчас в Lidl. Ну, там такая небольшая закупочка, наверное, даже не буду показывать. Ничего интересного, наверное, это не куплю. Хочу тыквенный суп сварить. Собственно, и так там нужно чуть-чуть купить, совсем чуть-чуть. Погода такая, у нас пасмурная, но тепло на улице. Тепло. Где у меня ключ от машины? Такая же. Сижу, жду. Вот и положила ключ от машины. В общем, я этот поймала стресс. Еще брылась. Сижу на ключе, короче, и это. Ищу. Тут все уже перерыла в машине. Эй, Мишка такая смешная. Евочки. Будешь говорить привет? Всем привет. На второй день. Такая деловая. У нас машина грязная. Не знаю, какой-то пыльце. Кто не ездит на ней? Ку-ку! Тетя у нас сидит, такой мальчик. А, ему нравится в машинке теперь ездить, да, Миша? Путешествие теперь можно спокойно ехать. Да, я буду кукурузу. Точно? Точно. Мишка, покажись. Огурец тебе надо? Огурец, конечно. Я же ведь и люблю огурцы. Почему так у меня будет? А вот Мишка уже пакетик. Мишка,
Мишка, зачем ты камеру берешь? А, ты попробуешь. Вот уже Мишка начал пакетик брать для орешка. Ребят, вы на канале Мишки, пока. Так, я вот в магазине с Мишкой еще пока покупки набираем. Ну, смотрите, как там тележки выглядят. Тележки, ну, так выглядят. Ну, почти много купили. Еще знаете что? Мама придумала у меня в комнате. Ну, вот эту штуку, чтобы вешать красивые фотографии путешествия. У меня в комнате поесть мама. Быстрый обзор, что купили. Йогурты для Мишки. Это Еве. Его же там один съела. Это я творог себе. Я люблю не такой, не мало жирный. Я люблю пожирнее. Взяла большую пачку сразу и все. Так, это колбаса для мужа, для Евы. Муж попросил сосиски. Молоко для кофе, сыр. Тертый сразу. Ева сказала, будет кушать кукурузу. Ну, посмотрим. Так, черничка, смесь травки, салата. Картошка топонамбер, да, или как она, красный картофель, в общем, сладкий, и тыква. Буду готовить тыквенный суп. Перец там был на акции, огурчик, редиска, помидорки черри и 2 десятка яиц. Сразу взяла 2, потому что элка, очень редко бывает элка. И самое главное, бумага туалетная золотая, 7,50 уже стоит, офигеть. Самая главная покупка, но это я сейчас ездила с Евой второй раз, потому что я его, это сердечко, не купила. Я выставила на ленту там с краю и в итоге на саму ленту двигающуюся не поставила потом, потому что народу было много. И как обычно, знаете, на кассе у меня сразу стресс, дети туда-сюда. В общем, вот такое сердечко хочу повесить Еве над этим, над ее столом, чтобы она сюда там фотографию мамы с папой повесила, какие-то записки, короче, знаете, такое, ну, типа декора. Сейчас посмотрим, что внутри себя представляет. Надеюсь, такой же, как на картинке. Ушла от них. Вот так это сердечко выглядит. Качество, конечно, хорошее. Мне нравится, которые вот когда покупаете что-то в этом в Лидле или в Алте, там у них такие хорошие штуки всякие. Ну, декор. Стоило 6 евро. Не знаю, говорила, нет. Вчера намыла здесь Еве стол. Говорю, Ева, аккуратно, не запачкай. Уже вот, пожалуйста. Этой белой губкой такой отмываю. Ланолиновая, или как она там называется, не помню. Что-то надо постелить сюда, потому что стол будет без конца. Вот, это уже не отмывается. Вот, и это сердечко хочу сюда и повесить. Как-то так обыграть. Здесь будет висеть, и потом там где-нибудь еще рамочки. Ну, в общем, придумаю. Будет красиво ее. Я потихонечку декорирую, но я пока не снимаю. Потом сниму. Потом сниму, когда что-то там уже будет уже какой-то. Улыбается, да? Держится за волосы вообще. Мишка, 55. Держит. Покажу, что у меня на обед. На обед у меня тыквенный суп. Говорю, потише, Мишка спит. В общем, тыквенный суп. Там тыква, морковка, сладкий картофель и чечевица. Сливки забыла купить, без сливок. Добавила семечки тыквенные. И здесь у меня такой этот, типа бутербродик. Это хлебушек такой, он полезный из овсянки, по-моему, там такой какой-то ПП. Потом маслица там соленая. Сыр и помидорки черри. Нужно было еще травки добавить, но мне уже лень. Так, пойдет. Поставил обратно. Сначала достал, попил. Я ее успела снять. Теперь поставил обратно. Папа другую тебе дал, да? Ну, тебе нравится что-нибудь доставать со стола. Так, я вам обещаю немножечко из будущего.
Ну, чтобы закончить видео уже, а то я, ну, была занята и на выходных и не снимала. Отдыхала, занималась с детьми. Ответить хочу на один вопрос. Как относитесь к интервальному голоданию? Сколько у вас приемов пищи? Как я отношусь к интервальному голоданию? Я вообще плохо отношусь к голоданию, как самому, да, и ко всяким различным диетам. Я за разумное поедание еды. Это не именно там ПП, да, у меня рацион не ПП, далеко не ПП, но у меня где-то там 80% хорошего и 20% в моей жизни присутствуют различные гадости. Вот. А к интервальному голоданию, да, как я отношусь? Как я уже сказала, да, к голоданию я отношусь плохо, поэтому и считаю, это мое личное мнение, что интервальное голодание, оно не приносит вреда. Да, вы сначала худеете, но если вы потом начинаете есть, то вы потом также резко набираете и набираете вдвойне. Организм получает стресс, когда организм голодает, то он... У него есть такая функция потом накапливать жиры. Когда вы начинаете есть больше еды, то он эту еду складывает на потом, потому что он думает, что вы потом будете голодать, и он эти жиры, как эту еду, откладывает в жиры на потом, да, когда вы будете голодать, чтобы у него был ресурс брать где откуда еду. Вот так вот действует наш организм. Вы, если хотите, то вы можете голодать, пожалуйста. Я нет, я этим не занимаюсь по поводу приемов пищи. Вообще у меня как бы 3 приема пищи и там 1 перекус. Иногда бывает 2 перекуса, да. Вот, но в последнее время у меня, ну, так получилось, да, были только 2 приема пищи было, да. Но я не голодала, ни в коем случае я не голодала. У меня был перекус какой-то там, допустим, кофе-пауза, да, с чем-то там. Ну, было питание такое, я скажу, не очень хорошее из-за этих кофе-пауз. Лучше бы я, конечно, тарелку супу съедала, которой не было, чем была у меня кофе-пауза. Вот, а сейчас я уже стараюсь обратно наладить свой режим. У меня уже вроде как это канитель, беготня там с этой школой, подготовка к школе и всему тому подобному, домашними там всякими делами уже получше все стало. И я уже опять настраиваю свое питание на трехразовое. На трехразовое. И обязательно у меня кофе-пауза случается. Ну, перекусы у меня в основном это там какой-то фрукт, да, или там кофе с чем-то там, с орешками, с какой-то печенюшкой, или если там что-то я приготовлю сама, ну, в общем, такое. Как бы мое питание, оно есть в тех влогах, которые до лета, наверное, да, летом у меня было питание такое шаляй-валяй, может быть, немножечко, да, на расслабоне. И вот этот сентябрь вообще ела по 2 раза в день, что не очень хорошо. Ну и летом тоже случается 2 раза, только потому что было жарко. А так, конечно, у меня 3. Хотя раньше я ела всегда 3 раза и летом. Ну, когда маленький ребенок, да, сами понимаете, иногда и некогда поесть. Не то, что приготовить, покушать, да, а и покушать потом некогда. Когда ты приготовишь, и покушать тоже некогда. Собственно, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. На этом я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо, что посмотрели его до конца. Как обычно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну и до новых встреч, новых видео. Пока-пока. Чао!